Cheryl? Cheryl? Шампанское уже готово. Ну, что ты скажешь? Я готов. Тебе нравится? Твоя мама мне это подарила на твой день рождения. Это настоящий детестер Биллер. Что ты скажешь? Ну, это вполне во вкусе моей матери. Шерл, да? Скажи, что тебе нравится. Роскошное платье. И ты у меня роскошный мужчина. Я так счастлив, что наконец-то мы с тобой вместе. Это как второй медовый месяц, правда? То есть, значит, мы сегодня с тобой можем, да? Извини, я резала сегодня цветы, что-то попало, наверное. Ничего. Ой, прости, мне так неловко. Да ничего, Шерл, бывает иногда со всеми, ничего страшного. Ну, так на чем мы с тобой остановились? В чем дело? Что случилось? Что, я поправилась? Нет. Я что, стала толстой? Нет. Да, ты думаешь, что я толстый? Что, моя грудь, чем она тебе не нравится? Может, мне сделать операцию? Может, тебе моя задница не нравится? Да мне очень нравится твоя задница. Я, если хочешь, я отрежу, все себя отрежу. Умоляю тебя, умоляю, подойди к зеркалу и посмотрись на себя. Только вначале перестань меня душить. А теперь иди и посмотрись на себя в зеркало.